Итак, третья тренировка для группы 29LK Foclian Ozone. Сейчас мы проведем быструю интенсивную разминку. Итак, ноги на ширине плеч, вращаем плечами. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Локти. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Кисти. Раз. Ручки держать в замке. Два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Руки на пояс тазом. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Руки держим у подбородка, имитируем удар вперед, но делаем прямой ногой, мах просто вперед. Раз. Колено не сгибать. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Поднимаем коленку и выносим ее в сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Руки держим у подбородка. Пять. Шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, основная часть нашей разминки, она будет очень интенсивная. У нас будет четыре упражнения. Четыре упражнения мы должны будем выполнять с высоким темпом. И нужно поставить на таймере 30 секунд, 20 секунд нужно сделать отдых. Итак, за 30 секунд мы должны выполнять не более 15 раз. Из этих 15 раз мы должны делать с максимальной амплитудой правильные четкие отжимания, либо приседания, либо выпрыгивания. Итак, первое упражнение у нас с вами будет отжимание. Я засекаю таймер. Таймер 30 секунд. Мы должны стараться... Сейчас я продемонстрирую. Мы должны стараться выполнить на кулаках и отжимаем ее, и максимальное выталкивание себя наверх. Отжимание, максимальное выталкивание себя наверх. Отжимание, максимальное выталкивание себя наверх. Отдыхать можно сколько угодно, но сделать от 13 до 15 раз. Хорошо, отдых. Отдых. Нужно встать. Сделай глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. Второе упражнение будет у нас выпрыгивание. Нам нужно сесть как можно ниже и выпрыгнуть максимально высоко. Также приземлиться на согнутые колени и максимально высоко. Также до 15 раз. Устали, встряхнули ноги. Если сделали меньше, ничего страшного. Но, конечно, нужно сделать больше. Больше 10. Итак, третье упражнение у нас пресс. Нужно лечь на спинку, полностью выпрямить руки и максимально быстро сложиться. Максимально быстро сложиться. Хорошо. Последнее упражнение у нас. Можно будет его выполнять с баклажкой. Баклажка как утяжеление. Держим баклажку. И таким же образом на взрыв мы должны встать. С кресла, с дивана. И также сели. 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 Для дополнительного утяжения можно ее держать здесь. Вот.
объясню правильную технику еще, да скажу, что наша задача, допустим, на отжиманиях максимально выпрямить локти. Не будет толку, если вы будете отжиматься вот таким образом. Или наоборот, ложиться полностью, отсюда вставать. Наша задача максимально сделать быстрое отжимание, так как мы делаем удар с максимально резкой скоростью. Упражнение будет на баланс. Нужно встать, ноги на ширине плеч, руки у подбородка, закрыть глаза. И наша задача сделать шаг вперед правой ногой, вперед и обратно к себе. В сторону и обратно к себе. И назад, обратно к себе. То же самое нужно сделать левой. В сторону, себе. Вперед, себе. Назад, себе. Тем самым мы начинаем чувствовать центр тяжести. Наш центр тяжести. Итак, три следующие упражнения. Наша задача отработать связку. Итак, встали в боевую стойку. Обязательно следим за правильностью. Ноги у нас согнуты. Правая рука у подбородка, левая впереди. Мы делаем правый прямой с подшагом, правый прямой, левый боковой и правая нога с проносом. Итак, еще разок. Ногой можно бить и не с проносом. Пробуйте и так, сейчас продемонстрирую без проноса. Раз, два, три. Сложили ножку. И раз, два, три. Сложили ножку. Итак, следующее упражнение у нас также на развитие нашего тазобедренного сустава при ударе. Наша задача встать в боевую стойку и сделать по 15 ударов левой ногой и по 15 ударов правой ногой. Наша нога, она как мячик, она отскакивает от пола, в конце носок тянется. Вот. Имитируем быстрый удар. Наша задача сейчас высоко не делать, наша задача сделать можно чуть пониже, но с правильной техникой и максимально быстро. 15 ударов, поехали. И второй ногой, правой ногой, можно встать, также ее поставить вперед, можно делать задний, и поехали. Руками делаем разножку, раз, ручку такую. Оп. Так, последняя, финальная часть у нас, это заключительная часть. Мы с вами прокачаем наши грудные мышцы и мышцы спины. Прокачаем мы грудные мышцы с помощью отжиманий, а мышцы спины с помощью вот этой баклажки. 6-литровой, можно 5 литров. Если девушка занимается, то ей, конечно, лучше отлить и сделать 2,5 литра. 6 литров – это 6 килограмм. Итак, первое упражнение у нас будет отжимание. Отжимание мы сделаем с вами 15 раз. Смотрите внимательно, как мы будем выполнять. Мы должны поставить ноги на кресло. И таким образом отжиматься 15 раз. Далее у нас спина. Наша задача чувствовать широчайшие мышцы спины, упереться рукой в диван, в кресло, в стену и создать такой небольшой упор. Правая и левая нога впереди. И обязательно мы тянем широчайшими мышцами спины, не рукой. Стараемся вывести локоть максимально далеко от туловища. Также на грудные мышцы упражнения. Можно встать на локти, с локтей на руки. Также 15 раз. Один раз это полное вставание на кулаки или на ладошки. А последнее упражнение у нас на спину. Также 15 раз нужно лечь на живот, прогнуться в спине и вместе с этой баклажкой отрываться от пола. Максимально прогибаясь в спине. А финальная часть у нас растяжка. Как раз мы протянем те мышцы, которые мы сегодня с вами загрузили. Итак, нужно сесть на пол, ноги выпрямить вперед, руками максимально уйти назад. Растягиваем наши мышцы рук. И грудные мышцы. Хорошо. Также потянуться вперед. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь встаем на коленки. И тазом между стоп. И уходим максимально вперед.
растягивая наши вот как раз широчайшие мышцы спины. На этом я хочу завершить нашу тренировку. Не забывайте тренироваться дома. А вот этот комплекс вы можете выполнять как с баклажкой, с водой, так и без нее. Вот. Занимайтесь спортом. Всем пока.